Сегодня представители легкой промышленности Якутии обсудят комплексное развитие отрасли. Первый круглый стол «Легкая промышленность. Точки роста» соберет представителей предприятий, торговых марок, сферы легкой промышленности, а также руководителей министерств и ведомств региона. Специалисты обсудят актуальные вопросы состояния отрасли и перспектив предприятий в условиях кризиса, новых направлений развития бизнеса и модернизации производства. Напомним, развитие легкой промышленности в Якутии является одной из важных отраслей развития экономики региона.